И вот у вас в Инстаграме в сентябре 2018 года я обнаружила фантастическое видео. Так. Город Сочи, так. Новая волна, так. Какая-то вечеринка, уж не знаю какая. И там Верка Сердючка, то есть Андрей Данилко, да, на сцене и так далее. Я была удивлена, то есть он в Россию-то приезжает все-таки. Пожалуйста, вот на той же вечеринке среди зрителей была, да, супруга премьер-министра Российской Федерации. Или это была совсем частная вечеринка? Нет, это не частная вечеринка была. Это была новая волна, это была автопати новой волны. И, ну, опять же, я говорю, что нет музыки границ. Но мы все любим и обожаем Верку Сердючку и Андрея Данилко, замечательного артиста. Ну, так случилось, что пытаются там как-то повлиять политические силы на то, чтобы там нас растворить или там не дружить, или как-то игнорировать. При этом тот же Данилко, Верка Сердючка, он же давно не был в России, да, и вы там тоже пишете, что 100 лет его не видел. Ну, вот это был серьезный шаг. Это организаторы так рискнули? Или он рискнул? Ну, я думаю, что и он рискнул, и организаторы. Это было достаточно, ну, серьезно.